Ну, дело в том, сочетание неплохое. Беларусь, Казахстан и Россия. Я работаю в Казахстане, и это прекрасно, это здорово. Надо развиваться во всех направлениях, потому что развиваться в одном направлении, я думаю, что было бы неинтересно. Поэтому то, что все развиваются и в военном, и в культурном, и разном, это хорошо.